Женская верхняя одежда всегда занимает основное место в гардеробе модницы. Я предлагаю отправиться со мной по магазину и оценить новинки этого сезона. Теплая шубка незаменима в холода. Она спасает от морозов и придает образу элегантность. Конечно, классика всегда в моде, но тем не менее новые цветовые решения уже присутствуют в магазинах. Дизайнеры будто сговорились и решили, что осень в этом году будет яркой и веселой. И добавили много интересных цветовых решений в свои изделия. Самые модные шубы в этом сезоне не обязательно дорогие. Несмотря на то, что цена и эксклюзивность меха – главные особенности, на первый план сегодня выходят оригинальные фасоны. Прямой крой, красиво объемные воротники и отсутствие активного декора. Такой вполне строгий подход к изделию позволяет выгодно продемонстрировать красоту и ценность меха. Эти модели рассчитаны на истинных знатоков, ведь для их пошива используются стриженные и щипанные меха класса премиум. Лавандовый, сиреневый и чертополох Крайола – самые популярные цвета меха в этом сезоне. Следующий вид теплой верхней одежды, о которой хотелось бы поговорить, это дубленка. Она актуальна как зимой, так и осенью. Укороченные модели невероятно популярны среди молодых модниц. В отличие от объемной шубы, изделия из дублированной кожи способны выгодно подчеркнуть стройную фигуру, а меховая отделка добавит образу шика и гламура. Пальто не потеряет своей актуальности никогда. Современные модели и красивые, и одновременно не сковывают движение. Стилисты уверяют, что у настоящей модницы пальто должно быть как минимум два. Итак, какая цветовая палитра актуальна сегодня? Самые актуальные принты холодного сезона – это полоса, горошек, ромб, так называемый аргайл, а также клетка. Изысканным дамам понравятся фасоны с оригинальными манжетами и воротниками, прямым трапециевидным кроем, с длиной до середины икры или в укороченном варианте до колен, которые подчеркивают женский силуэт. Что еще? Затягиваем ремни потуже. О каких ремнях идет речь? Абсолютно о любых, даже если нету шлевок. Эта модель замечательная, но она является свободной. Поэтому если мы затянем такую модель ремешком, то модель получится более элегантной. В любом дуэте главная умеренность, поэтому если верхняя одежда сложного кроя или необычной расцветки, остальную одежду лучше выбирать простых фасонов. Сегодня очень актуальны бежевые пальто классического полуприталенного и приталенного силуэта. Также посмотрим, данное пальто украшено принтом леопард. Принято считать, что пуховики относятся к спортивному стилю, однако в 2017 году модельеры постарались и предоставили нам оригинальные фасоны с интересной отделкой, а именно броши, абстрактная аппликация, благодаря которым пуховик можно легко сочетать с одеждой других стилей. Нравится? Пуховик сегодня – это сочетание комфорта и функциональности. Красивый и элегантный, одновременно удобный и теплый. И выбрать подходящую модель стало легче. Baby, you got what I need, so communicate. Модельеры предлагают нам пуховики со стильным воротником, стойкой, с капюшоном и без, интересными карманами, пуговицами, кнопками, вставками из меха и поясом. Так, а мне вот интересно, какие модели лучше выбирать худеньким и в то же время миниатюрным девушкам? Главное не выбирать слишком объемные модели, они будут смотреться на них слишком громоздко. То есть более приталенные силуэты, правильно? Да. А что вы скажете про высоких девушек? Здесь абсолютно никаких ограничений нет. Девушки вольны в выборе. Здорово.
модницам, которые отдают предпочтение женственным образом, придутся по вкусу пуховики и платья, которые очень популярны в грядущем сезоне. Низ таких моделей выполнен в виде пышной юбки, длина которой чуть выше колена. Если природа наделила вас пышными формами, обратите внимание на низ изделия. Он должен заканчиваться выше или ниже самой широкой точки бедер, но никак не на уровне с ней. Сейчас немного поговорим о мужской моде, а именно про кожаные куртки, которые всегда в тренде. Модели, выполненные из натуральной кожи, незаменимая вещь для межсезонья. При правильной носке изделия будут носиться долго. Сегодня в некоторых магазинах проходит распродажа, и можно успеть приобрести верхнюю осенне-зимнюю одежду со скидкой. Трендов сегодня очень много. Главное во всем разнообразии не потерять свою индивидуальность. Следите за нашим видеообзором, и мы поможем вам сделать правильный выбор. Будь неотразимой этой осенью с новой коллекцией «Осень-зима» в «Тут сарафан».